Давайте посмотрим, чем опасен для вас человек, который... Ну, представьте человека, и давайте посмотрим, чем он для вас опасен. Какие деструктивные изменения он может вам принести? Чем он для вас опасен? Ну, тем, что, во-первых, он засасывает, как болото, он ничего не дает. Это только какая-то трясина, это только негатив, это понимание без вылазного вот этого вот дебилизма, который происходит. Это понимание того, что ситуация никуда не движется, что этот человек тяжелый, человек... не дает понимания происходящего, и что это засасывает глубоко, и вылезти невозможно из ситуации. Человек, который хитрый, приходит только с хитростью, улыбается, у самого нож за спиной. То есть человек, который может ранить словом, делом, но с таким чувством, что он не хотел или она не хотела. Человек, который не дает вам определенности, это вообще любая определенность, неопределенность может быть как в деловом масштабе, так и в личных каких-то отношениях. Чем еще опасен человек? Тем, что человек очень много говорит и очень много обещает. Он ничего не делает. Его горловая чакра работает на ура. Человек, который... Может и может только говорить. Чем еще опасен человек для вас? Тем, что он никогда не приведет ваши какие-либо отношения в равновесие. Человек, который всегда будет перевешивать на себя, перетягивать на себя все. Человек, который больше думает о своем, нежели о вашем счастье, выгоде и так далее. Чем еще опасен человек? Тем, что человек эгоист. Ну, тут прям показан человек какой-то на самом деле, который хочет только все для себя. Человек эгоист. Свое эго превыше всего. Своя нажива превыше всего. Свое удовольствие превыше всего. Все только для себя любимого. Чем еще человек опасен для вас? Тем, что он не дает заботы, не дает защиты. Он никак не показывает даже вам о том, что он, или как это лучше сказать, когда, вот как лучше, когда нужно, человека нет рядом. То есть вот происходит что-то, любая ситуация, вам нужна какая-то помощь, защита, забота, и нету человека, он вне досягаемости, вне поля действия сети. Ну и последняя карта, чем человек вам опасен. Это тем, что у человека вообще сам по себе человек тайна. Вы никогда не знаете, что будет. Даже вот сегодня вечером вы не знаете, что будет с этим человеком. То ли вы будете рядом, то ли вы встречаетесь, то ли нет. Где он вообще? Что он? Человек, который полностью закрыт для других. Вообще полностью. Ну и давайте попросим совета, что лучше вам сделать с таким человеком. Куда его? Я думаю, что надо послушать людей, и все-таки его мнение людей, и все-таки его отдалить, убрать от себя. Сделать так, что вы победитель, победитель над всей ситуацией. Уберите его из своего поля, почистите. И увидите, как все будет стабильненько